31 мая в управлении МВД состоялась пресс-конференция, посвященная старту социальной кампании «Маленький пассажир. Большая ответственность». Тема безопасности на дорогах сегодня стоит очень остро. Маленькие пассажиры – одни из самых уязвимых участников дорожного движения. По данным статистики, 50% родителей нарушают правила дорожного движения, когда в автомобиле находятся дети, тем самым подвергая их риску. Ребенок становится заложником обстоятельств, из которых не может выбраться самостоятельно. Наша задача – свести к минимуму травматизм и гибель детей на дорогах. Проект такого масштаба проводится впервые. Привлекаются все – политические, общественные, спортивные деятели, студенты и блогеры. Продлится кампания несколько лет. Основными инструментами проекта будут тематические песни, видеоролики, социальная реклама, которые получат широкое распространение в информационном пространстве, а главное – среди целевой аудитории участников дорожного движения.